Шаня, здорово. Это фу, пойдем играть сегодня. Народ есть? Здорово. Так, ладно. После 7, возможно, занят буду. Ну, там посмотрим, как бы, если будешь готов, дай знать. Соберемся. Я вот стол выкатаю, потом отдыхаю, кушаю. Снайпер. Мастер бист. Мастер бист. Так, Джаггернаут. Че мы эти вары, что ли? Да ну, время, я думаю, пострелять, а не вары. Как считаете, время пострелять? Так, еще водички, я же только что водички попил. Так, там еще можно, да? Сейчас мы соберемся. А, ты хочешь, чтобы я вообще упился? Молодец какой, накопил баллы. Стример на такое не ведется, сори. Джаггернаут, ЦМК, блять, все есть. Люблю зиму. Люблю зину. Абсолютно. Абсолютно любовь. Так, что мы тут делаем? Я хочу просто выигрывать вначале, поэтому я так сделаю. Все равно там Таурен, либо снайпер. Я хочу вот так отыгрывать. Какой нахуй я помню не нужен. Так, вот это в чё выходит в этом контейнере, в чё, да? Вот капюшон лучше всего. Будем такими шмотками отыгрывать. Ну ладно. Все равно хмур будем ставить. Так, Лина. Когда играешь с Линой, играешь. На победку. Правильно? Правильно. Пошел отсюда. Кем тут бафнуться бы? Джаггер. Джаггернаутом. Более хунтер-то еще уже есть.
уже не ставится. На, на. Ешь, на. Победка. А чё, Тасик? Не-не-не-не-не, ты чё, Джаггер-то сильнее. Чё, зверя ничего не дает. Джаггер миллион раз сильнее. Ну, майнинг нах. Ист. Джаггернаут. Беттер. Ну, ты понял, короче. Так, чё мы продаем именно здесь? Ничего, просто прилевел. Три хума на пятом выглядит на топ-1. Мы посмотрим, я немножко это... Немножко могут проигрывать. Роман, звери слабые. Джаггернаут намного сильнее Тасика в разы. Да, я в этом абсолютно убежден. Блять, не подстрелил. Он все равно прилевел. Нас как дазл. Нет, я все равно буду стоять на ворках. Мишки, как вам? Вау. Люблю зиму. Я тоже люблю. Время пострелять. Ну-ка, давай поставим лучше. В этот угол прыгайте, ребятишки. На, нахуй, Джаггер минус. Хорош. Разложился. Здесь надо бить. Лина дазл. На самом деле, даже не знаю, что лучше. Если мне сильно это заходили, я ничего не теряю, то есть слабых и так пробиваю, получается. От сильных типа сейвлюсь, правильно? Так что можно его так сыграть. Да, отличное решение. Я не знаю, насколько. Ничего себе, кабанчик какой, какой шустрый. Как вовремя. Почему у меня проблемы тут большие? Кто знает. Опять ВР-ка. Конечно, конечно, конечно. Ладно, сохраню, наверное, ВР-очку. Насколько вообще это имеет смысл? Может, даже не имеет смысла, я все равно продавать буду, да.
место и большие шансы я даю. Так, 17-й раунд. Цемка в 2, почему у меня цемка в Т1? Это же 2 цемки. Шаман, шайтан, гирокоптера ловит. Кайф, сидим. Что получается, гритвейли берем? Я не буду убирать эту штуку, не хочу. Я давай возьмем. Пиздец, да, я повелся сразу же, да? Что, я смогу выиграть кого-то? Смогу, нахуй. Лежать нахуй. Давай, бус. Ну, даже напрягаться не надо. Здесь бы даже пак поиграл у нас. Я подумал, там слишком много урона, там 16 было. Тоже стример сильный. Задоджил этот стрик. Бы нас пробил, да? Таск всегда не прочь подраться. Ужас,
Бля, 9-эльф, да ну тебя. А, ну в джаггере, блин, если были бы диффуза. А, и так пойдет нахуй, изи. Нет? Нет? Разве нет? Да, нахуй. Езжать, нахуй. Четвертая, нахуй, манга, нахуй, из четырех. Не замечал раньше такой агрессии. Бля, ты... Ой, сори, как бы, ну, не на всех стримах был. Не нравится агрессия? Сори. Я же не на чат сейчас агрессирую, а так. На игру. На себя. Вот, надо же, нервишки тоже немножко. Так, подман туда берем. Сейчас у тебя все будет. Не-не, я очень часто смотрю твои стримы. Прям супер агрессоры получаются, да? Получается так. Ладно, тебя можно поставить. Время пострелять. Все люди настроения разные бывают, да как я про то же. На-на. Видите, как меня душат? Вообще ни за что просто. Бля, вот еще 5 манго из 5. Привет, к спокойному стриму. А, повествующему, вот так, все нормально, я готов смотреть даже агрессивного классика. Я рад. Я вообще рад, на. Ребята готовы смотреть агрессивного. Классика. Так. Монополия. 27 голды, 9 голды. Братишка, ну-ка. Дерево, пак. Там. Два пристава, мипа. Отлично, все очень хорошо. Мне нравится. Кайф. Шесть манго. Дар, сделай еще одну катку, брат. Я только работу закончил, хочу с кайфом посидеть, посмотреть с нуля игру. Нет, Дред, я отдыхать буду. Я сегодня два раза стримил. Ребята, я не железный. Вообще от слова совсем. Все еще на пристах, что ли, сидит? Ну тогда вот так сделаю.
О, блинк. Изи. У меня 40 хп. Ребята, будет мультикаст? Чем мы отличаемся от девки, как считаете? Кроме того, что она девка. Ну, в любом случае, надо пробовать дефать. Если 8 будет, это будет кайф. Он 9L. А, это тот самый 9L. Ничего не изменилось, Vanguard. Блин, хочется выиграть это. ВР-ка очень много делает. Можем выиграть. Изи нахуй. Просто 9-8 из 8. Вообще, видели когда-нибудь такое? Сможете повторить? Видео как бы в студию потом отправляйте. Сможете повторить такое вот у себя дома? Агрессивный классик. Души. Мисс, брат. Second шанс. Лежать, как там, еще раз, как там говорится, лежать. Пошла отсюда, так. Пошел отсюда. Так, сколько там? 52. 47. Пошел гулять, нахуй. Быстрее, побежал просто. А, у меня, блин, надо было... Ой, я-то думал, что он работает так. Блядь. Надо было с 9-го юзать мангусы. Ошибка. Будем знать. Ошибочка. На, нахуй, живем. Я думал, работает. Она не работает. Волк в человечьей шкуре. Кого забаним? Да нахуй, кого-то баним, Кира забаним.
Блять, я так ошибся, у меня уже мог бы быть такой левел большой. Короче, я эту механику не знал. Что я думал, манга еще и дает с 10-го. Почему 17 урона? Военный мультикаст на плюс 1. Блять, как же мы играем? Охотник пирует, а голубы вместе с костями. Акулы вместе с костями. Соглашусь с тобой полностью. Так, ты мне не нужен. У меня 69 хп, блять, больше всех. 11 левел, блять. Почти фулл ЭК. Да ну нахуй вообще эту игру. Я ненавижу эту игру. Я мог раньше так играть. Просто не везло. Одиннадцатый левел, здорово, опа нахуй. Зевс есть, Рубик есть, Элдер нужен. А, ну мне сейчас фулл боги как бы. Орков можно убрать, не знаю, либо добавить. Не знаю, что здесь отдает. А, манта есть, манта, точно вспомнил, манта. Разоров 3 соберем. Не знаю почему. О, скипнул хорошего юнита. Извиняюсь. Закрыли орков много, слишком много орков. У нас 4 орка, 4 бога, маги, присты, демоны. Я не знаю, но давайте подумаем. Драконов стоит выходить, не стоит? Наверное, стоит. Все равно лучше. То есть. Посмотрим, 11 левел, 9 левел, а там 9. Минус 30, реально, ну, так ему. Так, вот у нас и Элдер есть. Ладно, тогда тебя не будем трогать. Я хочу понять.
Пусть пока так будет, я престов не хочу выбирать. Пусть у меня есть 4 бога и без этого. Но... То есть дракон все равно выиграет. Я хочу этот шанс использовать, да. Дракон, деньги, все это. Таурен вам не нужны, но просто временно постоят. Может все постоять, не знаю. Один хп осталось. Ну, может что-то было у него. Я мог 12 левел выйти, если бы я на 9 левеле прожимал мангусы. Вообще не чувствую никого. Что здесь было? Что здесь было? Я жив, парень. Сколько хп было? Зевса, виспа. Может побольше заходить, да, не важно. Думаю. Блять, снова пропустил. Хорошего юнита. Ладно, давайте в Зевса, Зевса, да. Зевса просто дадим, точнее. Поставим. Что-то лишнее можем убрать. Можем все это убрать. Типа Зевса 2, да, зачем нам кресты? Что за бред? 38 хп было, 35 зашло. Че вообще? Это мета такая, че мета? Интересная, блядь. Че там есть вообще Джекира-то? Джекира нету, я могу даже уж поставиться. Мне даже получается таурен-то не нужно. Пять драконов, 4 бога. Ну как бы все налажено. Манта. Давай вот так даже возьмем. Виспы, не, вообще виспов, ну не верю. Без виспов, на так больше виспов заходит. Раз магов нету, а пока вот так.
Сори, братан. Вам интересно было вообще в эту игру играть? Ваш бог явился. Ваш бог явился. What is this? A game of some sort? Еще вот так надо сделать, чтобы, блядь, Тайт нахуй первый кастил. И не ебет, как бы. Так, спа надо взять. А, у меня манту прожимает тут с рефрешером из БКБ. Блять, у меня больше этих слотов, но я проиграю, да. Ну вот это у Рена, у меня 5 дракон. 26. Висп. Давай, чё, чтобы двое выжили. Ваши молитвы услышаны. Заебал. Ну-ка нахуй. Посади от Тайда моего. На-на. Гуляй, два зевса нахуй, 31. Сработано, чисто. Чисто нахуй, просто шанс. О, дропка, нахуй, топ-8, мое уважение. То есть сразу тут игру закончила.